Здравствуйте. Сотрудники библиотеки номер 4 имени Егора Исаева принимают участие в 17-м международном литературном онлайн-марафоне «Носов.ком. Веселая семейка». Организатор – централизованная библиотечная система Кировского района, город Санкт-Петербург. Дружок, один раз мы с Мишкой сидели дома. Вдруг кто-то постучал в дверь. Мишка побежал отворять. Оказалось, почтальон. Мишка радостно вбежал в комнату с письмом в руках. «Может быть, это про нашего дружка?» – сказал он и стал разбирать на конверте адрес, который был написан неразборчивыми каракулями. Весь конверт был усеян штемпелями и наклейками с надписями. «Это не нам письмо», – сказал наконец Мишка. «Это маме. Какой-то шибко грамотный человек писал. В одном слове две ошибки сделал. Вместо «песчаная улица» написал «печная». Видно, письмо долго по городу ходило, пока куда надо, дошло. «Мама!» – закричал Мишка. «Тебе письмо от какого-то грамотея». «Что это за грамотей? А вот почитай письмо». Мама разорвала конверт и стала читать полголоса. «Милая мамочка, разреши мне держать щеночка маленького. Он очень красивый, весь рыжий, а ухо черное. Я его очень люблю». «Кто это?» – говорит мама. «Это ведь ты писал». Я засмеялся и посмотрел на Мишку, а он покраснел, как вареный рак, и убежал.